Добрый день, дорогие друзья, подписчики, просто зрители. Сегодня мы будем готовить грибы, дальневосточные грибы, которые называются опята. Грибы опята – это пластинчатые грибы, которые в основном у нас появляются где-то примерно поздней осенью. Вот. Готовятся они несложно, рецептов очень много. Я готовил их не раз. Здесь вот как раз представлены те грибы, которые я собирал в прошлом году. Сейчас у нас 2020 год. Я их собирал осенью 2019 года. Они у меня были заморожены. Предварительно свежие грибы были отварены. Немножко подсоленной воде. 10-15 минут слито и заморожены в пакетик. 2019 год у нас был очень грибной год. Мы собирали грибы практически через каждый день. Собрали очень много разных грибов. Вот. Я люблю вообще собирать грибы, люблю их готовить. И вот я хочу с вами поделиться одним из моих, можно сказать, моих рецептов, таких, которых я подобрал. Есть варианты со сметанкой, там, и по-разному, кто готовит, по-всякому. То есть я делаю, как мне нравится, как должно быть, я думаю, правильно. Вот. Ну что, для этого нам понадобится грибочки опята, молочко, обязательно хорошее, качественное сливочное масло, черный перец, лук. Приступаем к приготовлению блюда. Нарезаем лучок, ну, желательно мелко, можно по-среднему. Лук нарезан, ставим две сковородки на плиту. Сковородки на плите, в этой сковородке мы будем жарить отдельно лук, в этой грибы. Сюда бросаем большой кусочек масла, сюда поменьше. Масло у нас практически растопилось в грибной сковородке. Ну, это можно сказать, почти более-менее хорошее масло, и по вкусу, по цвету патоки очень много. Засыпаем в одну сковородку наши грибки, размешиваем. Левую сковородочку мы перчим совсем немножко, достаточно. Все, конечно, делается по вкусу. Я миллиграммы, граммы не меряю. Чуть-чуть перчик обжариваем и добавляем лучок. Газ на лучке убавляем, помешиваем, закрываем крышечкой. Грибки еще помешиваем. Кстати, забыл указать, что обязательно нужно применять соль. Соль нам в любом случае нужна. Грибы можно как сейчас, так и потом посолить. Солим по вкусу. Немножко. Лук солить не надо. Все. Закрываем крышкой, но не плотно. И жарим. Лук мы жарим до коричневой корочки. Грибочки мы ужариваем, чтобы они у нас были особой консистенции. То есть они такие не жидкие, как сейчас, а уже такие более плотные. Следим за грибками. Открываем крышку и помешиваем наши грибки. Блаженный аромат лесных грибков заполняет мою квартиру и квартиру соседей. А потом они на следующий день спрашивают, а что же ты жарил? Я им говорю, вкусные дикие грибы опята. Опята один из самых вкусных грибов. Он похож на поганку. Мало кто их собирает, боясь отравиться. Но кто знает истину грибов, они на первом месте. Смотрим наш лучок.
Так, лучок наш уже почти готов. Еще чуть-чуть, еще маленько. В сторону. А мне это истина. Добавляем маленько молока. Вот в этом небольшой секрете заключается приготовление моих опяток. Отлично. Закрываем крышечкой. Грибки надо помешивать. Они уже поджариваются. Запах просто обалдеть. Это вкусные грибы. Ребята, собирайте грибы. Кто любит грибы, ставьте лайки. Жареные грибки. Это вкусно и полезно для здоровья. Как только грибки наши начали поджариваться, и вы это почувствуете, появится очень ярко выраженный грибной запах. И плотность грибов увеличивается. Убавляем сразу газ. Или электрические плиты напряжения. Короче, крутим крутилку на минимум. Тем самым временем наша вторая заправка уже почти готова. Вот она уже почти практически готова. Все, пересыпаем ее в плиты. Газ выключаем на второй плите. И перемешиваем. С виду, конечно, похоже на байду, но это вкусно, поверьте. И это правильно приготовлено. Кстати, можно грибки делать и на сметанке. Но я делаю так. Так, нет кислинки и больше выражен грибной вкус. Газ у нас по минимуму, электричество по минимуму. Закрываем крышечкой неплотно. И ждем. Ждем, когда грибки наши поджарятся. Осталось совсем немного. Ну все, дорогие друзья, грибочки наши подошли. Они у нас готовы. Выключаем плитку и отправляем наши грибки на тарелку. Пора ужинать. Ну вот и все. Момент истины. Грибки на тарелке. Толченая картошечка. Легкий салатик с помидорок и перчика. Что может быть вкуснее опять? Я думаю, это самый вкусный гриб, который встречается в наших диких дальневосточных лесах. Ну, есть еще такой гриб, как лисичка. Белый. Я думаю, что он стоит на одной ступеньки по вкусовым качествам. Опятки — это класс. Посмотрите, какие они нежные, вкусные. На молоке с лучком. Понюхайте. Вкусно пахнет. Если вкусно, ставьте лайки. Кто не чувствует, все равно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите обязательно в комментариях. Это мой рецепт. Я пользуюсь очень давно. Советую готовить вам грибки именно так, не только опята, можно любые грибы делать именно по этому рецепту. Спасибо за внимание, всем удачи!